Приветики, приветики! Сегодня мы с вами в мастерской. Пришли гипсовые формы для литья силиконовых приманок от Максима Орловского. Попробуем, что это за чудо. Сравним с каменными, с формами из искусственного камня. Айда в мастерскую! Хочу вам представить гипсовые формы для литья приманочек из супертвердого гипса. Формы мне прислал Максим Орловский. Вот такие вот формы. Мультиформы, это копия приманочек. Вот такая. Вот такой угорь получается. Такую приманку нашел только у Макса, больше никто не делает. Формочки изнутри прокрашены или лаком, или чем-то. Сейчас будем лить. Вот такой вот угорь. Думаю, супер приманка будет по судачку и окуню. И вот такая. А также пришли зажимчики, вот такие. Получается, пробовал отливать, одного зажима мало, надо два ставить, двумя зажимается хорошо. Получается, один зажимчик делает много облоя. Сейчас, так как у меня их только 4 заказал. Сейчас остальные формы покажу, чем зажать по-другому. Выбрал 3 формы примерного роста. Эти 2 так зажал. Дальше обыкновенную струбцинку свел. И вот так вот зажму. Подумаю, будет хорошо. Силикончик бэушный. А, кстати, на Фейсбуке нашел, хлопцы продают бэушный силикон уже с блестками, отходы от производства, по 50 гривен килограмм. Аттрактантом добавляете сюда чуть-чуть красителя, и у вас супер-пупер силикон с солью, с аттрактантом и с блестком. Силикончик в духовочку. Так, первый разогрев силикона произошел, то есть я делаю не полностью его, растапливаю, а такого до пастообразного состояния разогрев. Размешиваю, так как греется в микроволновке, получается низ горячий, а верх еще холодный. А так вы размешали и быстренько в духовочку. И у вас силикон никогда не пригорит и не закипит. Все, наш силикончик еще раз разогрели. Хорошо размешиваем, так как соль выпадает в осадок, и ее нужно постоянно подымать. Силикончик наш готов к литью. Беру шприц с вот таким носиком, с остреньким, прокачать 2-3 раза, дабы шприц был наш горячий. Все, заливаем. Нормально держит давление наша струбцинка из формы с
Силикон никуда не потек. И вот так вот доливаем. Крайняя наша формочка тоже готова. Порядок ставим назад. Ждем, пока наш силикончик затвердеет и остынет. Это минут 5. Все, прошло 5 минут. Получается, разбираем первые формы, которые мы заливали. Затянутые струб цинкой. Опа. Все четко выходит. Досталось без проблем. Приманочка, можно сказать, идеальная. Без обоя. Можем ее набирать прочность. Также вторая приманочка тоже у нас идеальная, без забоя. Формы хорошие, можете мне поверить, так как лью приманочки уже долгое время, могу судить, хорошие или нет. Вторая форма, все пролилось, далее достается все без проблем, честно сказать. Круче даже, чем форма из камня. Так, подрезаем силикончик, чтобы у нас были красивые червячки. Так, расправляем хвостик и укладываем вот так вот на стол, дабы у нас потом наши приманки были идеальны. Когда они наберут прочности, будет у нас все просто супер. Вот приманка будет. Жалко, уже поздная осень, скоро закроют навигацию. Так, назад, все пролилось, ничего не осталось. Замечательные формы, короче, Максим делает. Ух, червячище какое. Угряка, кабаняка. У нас в Украине получается такого угря вы можете только заказать у Максима. Ни под заказ никто не делает, не заморачиваются пацаны. Хотя я знаю многих. Получается новая приманка, и никто не хочет заморачиваться. Но у Максима она есть. Все разлаживаем. Достается, сами видите, идеально. Приманочка с ребрышками, с хвостиками, блестящая. Ну, то есть зайдете по ссылочке, ссылочка будет в описании. Кто льет, будете приятно удивлены ценами на формы. Так. И это тоже убийца судака и окуня. Нравится на нашей реке такая приманочка рыбки. Разложу. Пусть набирает прочность. Так. Виброхвостов я уже налил себе нормальное количество.
получается угрей еще нет. Струбцинкой затягиваем. Держит струбцина. Только надо формы одинаковой высоты. Стянули, можно 5-6 форм сразу зажать. Силикончик наш из духовочки еще в жидком состоянии, так как духовка у нас разогретая и теплая. Прокачали. Оп, есть. 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 Пробовал формы зажимать прищепками для бумаги, не держат они, то есть надо или вот такую строительную струбцину или специальные зажимчики. Все, налил уже у себя угрей таких достаточно, Димончику дам, Кент у меня есть, пускай тренируется на судаку. И вот остыли формы после второй заливочки, чуть дольше ждал, 10 минут, так как сама форма теплая и силикон в теплой форме остывает чуть медленнее. Все, опять все досталось, все идеально пролилось, опять же ножиком аккуратно обрезаю. Края приманочки можно было оторвать, обрезав ножиком, получается ровненько и супер. Будем тестить, рыбе понравится. Налью потом в фиолете еще. Опять все. Племяночка вылезла из формы идеально. Честно сказать, удивлен. За формы Максиму спасибо. Респект и уважуха. Видите, кто льет, тот знает, как приманки достаются из каменных форм. Бывает идеально, а бывает и не идеально. А тут шик-блеск и красота. Вот такие угри червяки за формы Максим, спасибо. Кому было интересно, пальчик вверх, подписочка на канал, описание, ой, ссылочка на формы будет в описании и ссылочка на бэушный силикон, кому интересно, тоже будет в описании. Спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Спасибо вам. Пока-пока.